наконец, Москву посетил доктор Дре. Как и полагается, с миссией. Доктор Дре презентовал именные наушники. Не так давно мы рассказывали вам о приезде экзибита, который был в столице точно с такой же целью. Доктор Дре провел в Москве 2 дня. Первый день своего визита, как водится, легенда хип-хопа провела культурно, а точнее в диком угаре на закрытой вечеринке в Soho Rooms. Настолько закрытой, что попасть туда смогли только избранные, а саму звезду там так никто и не увидел. На следующий день доктор Дре уже презентовал поклонникам наушники. В этом деле компанию ему составил Джимми Айовен, не менее легендарный глава звукозаписывающей компании Interscope, продюсер U2, Lady Gaga и других. Доктор Дре сам принимал участие в тестировании новой модели наушников и давал ценные советы, ведь ему, как музыканту, известно все о качестве звука. Эти наушники необычайно популярны в США, где их носят лучшие диджеи, музыканты и артисты. Жаль только, что доктор Дре, в отличие от экзибита, потратил минимальное время на раздачу автографов и быстро покинул магазин, оставив многих недовольными. Что ж, у нас еще есть надежда, что хип-хоп-доктор вернется в Москву с менее напряженным графиком и порадует нас, наконец, концертом. Triple platinum doing it.